Ты теперь рекордсмен сахалинских акул, у тебя 53 очка. Для тебя это важно? Ну, все равно приятно то, что получается набирать очки. Конечно, лучше командная победа, чем очки. В целом, ты уже давно на Сахалине. Какие воспоминания у тебя останутся от Сахалина, когда сезон уже закончился, и твоя карьера в МХЛ вроде бы тоже? Ну, ощущения всегда только приятные оставят Сахалин. Спасибо большое всем, кто нас поддерживал, тренерам, руководству. Это были незабываемые два сезона. Ну и так, по-капитански, сегодняшняя игра, такой короткий анализ. Полностью проиграли во всем. Счет говорит на табло.